Привет, привет, ребята! Вы на канале Софи Элис Лайф. С нами наш волшебный шутник-единорог Жора. Мы вас поздравляем с приходом весны. У нас вот такой вот весенний, замечательный, яркий, красивый. Что может быть лучше? Да, лол, сюрприз, большой чемодан. Enchantment! Да. Ну что, давайте по одному подарочку, как всегда, доставать. И смотреть, что же там в нашем огромном большом чемодане. Так, первое, что вытащила Софа, это какой-то наборчик, да? Домик Enchantimals. Новая вышла совершенно линейка Enchantimals, который изображает маленьких насекомых. Там и бабочки, и божьи коровки, и гусеницы. Представляешь, Жора? Да! Ты гусениц боишься? Нет, нет, нет. Давайте откроем домик божьей коровки и посмотрим, что там у нее интересного. А где сама коровка? Так вот там есть и коровка, смотри, ее питомец. Так, открываем первый Enchantimals. Здесь вот такой на фоне красивый лук изображен. А цветы. Там домик из божьей коровки. Да, это домик божьей коровки. Какие-то аксессуары покатились. Да. Так, там еще маленькая божья коровка. А Софи уже у нас посадила нашу девочку в ее домик. Вот такой домик с крышей в виде расцветка божьей коровки, в виде, по-моему, ее крылышек. Вот такой, смотрите, окошко красивое. Цветочки здесь выгравированы. Что она ест, божья коровка? Ты меня прям в тупик поставила. Она, по-моему, хищница. Это вот у нее столик, видимо, накрыт. И какая-то элемент кухоньки. Печка или комодик, я не знаю, что это. И очень красивые здесь листочки. Смотрите, здесь можно кого-нибудь посадить. Так, красота. Красота. Софиди может выковать божью коровку. Чего себе. Ой, какая маленькая. Это ее питомец. Смотрите. Кажется, знаю, куда я могу. Жоре не давает, он может съесть и подавиться. Так, а давайте посмотрим, кого еще можно приобрести. Еще можно приобрести вот такую бабочку, пчелку и вот такой большой огромный домик бабочки. И вот еще вот такой домик есть. Бабочкин домик, да? Ну что, давайте следующий сюрприз достанем. Давайте. Жорочка, не съешь, пожалуйста, ты можешь подавиться. Там мелкие детали. Я буду в них играть. Так, что это такое у нас там? Это что, свитбокс? Да. Свитбокс Enchantimals. Это новиночка от свитбокс. Посмотрите, какие красивые игрушки изображены здесь. И вот сколько их можно собрать. Только мармелад будет мой в этот раз. Я Нет, тут Жорочку должна угостить. Как так, мармелад? Надо я же поделиться с Жорой. Дружить. Так, мне мармеладик. Так, угости Жорочку мармеладиком. Давай, давай. Все, хватит. Нет, мне ничего не досталось. Ну на, Жорочка, на. Там еще есть, еще тебе достанется. Жора, не переживай. Мне тоже надо. Так, ну не делитесь, прекратите. Ой, я, кажется, знаю, кто. Ой, какой хорошенький. Олененок Данессы. Да, это олененок Данессы, ребята. Ой, какой же он славный. Еще и флоком покрыт, поэтому он такой пушистый. Очень красивая сделана игрушка. Вот он нарисован. Довольно крупная, да. Давайте почитаем про него, что там за... Шустрый олененок, зверюша от Данессы Оленей, точно. Любимая его игра – бегать на перегонки по лесу. И вот какую коллекцию шикарную можно собрать. Смотрите, ребятки. Напишите в комментариях, у кого уже есть какой-нибудь персонаж из этой коллекции. Жора, ты сукач. Ну что, давайте следующую игрушку ставим сюда возле Жоры. Жора, не скушай, пожалуйста. Уже страшно. Ура! Что это такое? Это набор с лисичкой. Фелисити Фокс и Флик, ее питомец. Вот сколько новых игрушек появилось, да? Вот она какая красивая девочка. Она любит рисовать. Прямо как ты. Ты же у нас тоже очень любишь рисовать, да? Да. Мы уже отрезали все, достаем. Какой замечательный набор. Начнем с сумочки. Она вся в краске. Но очень, но это, видимо, сумочка художницы, поэтому все нормально. Видишь, Жор, какая давай красивая сумка. Сумочку. Нет, не дам, ты ее сразу слопаешь. Было бы классно, если бы даже можно не на них было бы рисовать. Да, здорово. А туда можно, наверное, ставить какие-то листочки чистенькие рисовать. Лисеночек. Вот такой лисеночек симпатичный. А здесь у него ручка, чтобы можно было давать ручки куколке. Жора, не съешь лисенка. Так, освобождаем нашу лисичку. Ох, они ее тут и прицепили, даже голову ей прицепили.
Ну, такой у нее рыжий хвостик красивый. Это же девочка. Девочка, да. У нее юбочка. Это девочка-лисичка. Это же Энчантимус. Это куколки наполовину люди, наполовину зверюшки. Сказочные такие феи лесные. Нет, это не оборотень. Вот такие красивые у нее. Эти, это что такое у нее здесь? Это фломастер. Ой, у нее набор карандашей и для них подставочка, да? Стаканчик для них. Вот такая лисичка классная. Эмалгированный топик у нее. Здесь белые трусики. И юбочка такая с фартушком. Весь фартушек заляпан краской. Она очень любит рисовать. Вот такая лисичка. Классно. Красивая, да? Ножки у нее, кстати, в коленках не сгибаются. Так, ну покажи нам, Софи. Вот такой у нее специальный стол. Она может за него садиться и часами на природе рисовать. Вот она уже лисенка, видимо, нарисовала, а это лисенок нарисовал лапками. Нарисовал, да. Вот у нее есть мольберт, который она может держать в ручках, да? Табуреточка. Классная, причем с лапкой. Смотрите, лапка здесь и сердечко. Классная табуретка для художника. Так, и что тут еще в наборе? И стаканчик с краской, с кисточками, да? Лисенок может сидеть вот так. Красота, да? Ну что, давайте следующий теперь посмотрим подарок. Давайте! Так, тащим следующий сюрпризик. Так, Ба-бам-ба-бам. Это что такое еще? Игрушечка-подушечка Зайка Твист. Это набор для творчества. А что это такая упаковка у него какая-то мягкая? Надеюсь, Свобода Зайки. Это, Жорочка, тебе подушечка. Наверное, ты будешь на ней спать. Его можно... Выбери цветочек из ткани нужного цвета. Помести так, чтобы его центр был над прорезью. Ставь цветочек стилуса в прорезь подушки. И получится вот такой заяц, только весь в цветах. Короче, это набор для творчества, да. Ну-ка, держите зайца, ребятки. Ложись. Так, вот, ну как, удобно? Вот такие тут стилус в наборе. Замечательный, смотри, со цветочком. Красивый, да? И набор цветов уже готовых. Он даже упаковщица номер 403. И вот сюда в прорези, где-то тут, вот тут прорези. И можно будет эти цветочки вставлять. А мне он, кстати, и так нравится, без цветочков. Ой, как классный! Вот тут он, по-моему, из флиса сделан, а это какая-то клееночка. Ты барабанишь? Я зайка, возьмите меня на ручки. Классный зайка, да? Ну что, следующий сюрпризик давай. Нет, это не лисичка. Это, ребята, коровка. А что это новиночка? Это Кирикао и Курдул какой-то. Курдул. По-русски. Курдул, да. И коровка Курдул. Открываем Курдла. О, коровки у нас еще не было, да? Доставай нам, Софи, коровку. Ой, какая красивая упаковочка. А почему коровка-то лисичка была? Ну, коровки тоже имеют право жить в волшебном лесу. Да. Давай, я помогу тебе, Софи, потому что они очень сложно достаются. Так, ну-ка, коровка и Курдул. Достаем вас. Ну, коровка. Ой, какой хвост у нее длинный. Жора, у тебя шерсть спадает. У нее такие замечательные ковбойские сапожки. Молдированный розовый топ. Что такое? Да. А у коровы чупчик. Вот такой чупчик. У коровки вот такой чупчик замечательный. Смотрите, какие они славные. Коровка и ее друг. Еще есть специальная такая штучка, чтобы она держала его. Да, это специальные прорези такие, чтобы она могла его держать. Розовые трусики, юбочка с цветами ромашки, по-моему, да? Ну, ковбойские сапоги, конечно, классные. Очень мне она понравилась. Такая милаха, пятнышки у нее вот здесь. И розовый носик. У нее рожки даже есть. Жора, у тебя рог, а у нее два рожка, смотри. О, так нечестно, у меня зато большой рог. Ну, у тебя зато большой, да, у нее маленький. Ой, у нее два хвостика таких славных, смотри. Смотрите, мы сейчас их освободим. Жора, а ты когда-нибудь видел чердак? И длинный хвостик. Я там жил. Ты на чердаке жил, да? Да, я жил на чердаке. Вот какая славная куколка, да? Они с лисичкой подружатся? Привет! Привет, подружка! Привет, дружок! Давайте коробку еще поближе рассмотрим. Ой, какая славная коробка. Да, у коробки тоже тут такой держатель. Я смотрю тебе в глаза. Так, ну давайте следующий сюрпризик доставать.
Что там у нас? Там любимые пазлы на 160 элементов. Вот какая красота. Здесь у нас девочка скунс, девочка лисичка. Смотри, даже скунс бывает, Джордж. А он же вонючий. Нет, он вонючий, когда его только трогают, лезут к нему. А так он очень замечательный. Сейчас зайка, павлин, Данесса олени. Ой, какие красивые, яркие, сказочные пазлы. Потом будем собирать вечерком, да? Чайку себе сделаем и вечером сядем, соберем пазлы. Доставай следующий подарочек. Так, что там? Опять? Опять формуладки. Это Жорочке подойдет. Кто же там попадется? Там зайчик будет. Зайчик? Да, я, кстати, хочу зайчика. Мне бы зайчик. Мармеладки. Мармеладки для Жоры. Жорчик, на. Жора. Опять лопает мармеладки. Ну что? Тоже там зайчик. Хоть бы зайчик. Я тоже думаю, что зайчик точно. Конечно, ты посмотрела и знаешь, что там зайчик. Какой милаха этот заяц. Боже мой, Твист. Смотрите, какой милый зайка. Зверюшки Брикроли. Твист и Брис словно два урагана творческой энергии. О, Жор, так это прям как ты. Ты тоже у нас ураган творческой энергии. Да, я ураган. Ты у нас ураган по поеданию конфет. Я-то еще жил. Какой милый зайка. Сладкой стране жил. Какой славный зайчик. Он для вот этих куколок он тоже подходит, смотрите. Флоком покрыт, такой пушистый, милый, здорово. Вот это да, у нас уже есть зайчик и олень. Так, Жора, не кушай игрушки, ты можешь подавиться. Ну что, у нас там что-нибудь в нашем большом чемодане осталось? Давай посмотрим. Что там? Последняя игрушка. Все, чемодан пустой. Еще один свитбокс последний. Кто же там попался? Думаю, лисичка. Классная. Ой, какая хорошенькая. Смотрите, это прям будет какой-то братик или сестричка для лисички. Наверное, это лисичка-девочка, раз у нее цветочек. Тоже флоком покрытая. Очень симпатичная игрушка. Жорка. Да, классно. Тебе понравилось, лиса. Да? Лиса классно. А давайте сравним с этим лисенком. Может, она из мармеладки? Нет, она не из мармеладки. Смотрите, два лисенка, этот более оранжевый, яркий. А это такого нежного цвета. Так, давай посмотрим, кто это. Это у нас Флик. Лисичка, зверюшка, Фелисити Лис. Фелисити и Флик любят путешествовать, да? Они с лисичкой плавали по кораллу риф. Да, здорово. Вот такой вот у нас сегодня, ребята, классный получился чемодан. Огромный Enchantimals, да? Да! Ребята, напишите в комментариях, кто из коллекции Enchantimals есть у вас, какие игрушки, да? И не забудьте поставить там что? Большой пальчик вверх! Ура! Всем пока-пока!